Одной из тем, которые обсуждались с полпредом Михаилом Бабичем, стал перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид. В Чувашии проделана большая работа по внедрению современных информационных технологий. К примеру, органы ЗАГС нашей республики постоянно работают над совершенствованием электронных услуг. Все для удобства вступающих в брак. Последнее новшество для будущих молодоженов – с 2014 года выбрать дату и время регистрации можно на целый год вперед. Раньше сроки ограничивались 4,5 месяцами. Отправить электронную заявку может каждый, кто имеет личный кабинет. Ввели такую норму, федеральный закон. Если человек, например, у нас уезжает куда-то, не может прийти лично один из вступающих в брак. Раньше нужно было обязательно засвидетельствовать подпись отсутствующего лица у нотариуса. Сейчас же, если это отправлено с личного кабинета жениха или не может присутствовать, его подпись не надо нотариально заверять, поскольку это лицо идентифицируется единым порталом государственных услуг. Чтобы подписать виртуально заполненное заявление, все же придется прийти в ЗАГС. Но в удобное время. Через портал госуслуг в течение этого года уже подано 363 заявки. 5 из них на 2014 год. Мы получаем от них вот эту заявочку, мы им даем ответ, мы смотрим, какого числа они к нам подходят, к ним уходит информация, что заявление их поступило, заявление принято, им, и они могут в соответствующий день, в соответствующее время, которое они указали, подойти к нам. Без очереди мы от них принимаем заявление и уже объявляем их женихом и невестой. Также через портал госуслуг можно зарегистрировать ребенка прямо из роддома. Планируется дальнейшее совершенствование портала. Сейчас рассматривается проект, когда молодые люди, подавшие заявление в электронном виде, будут приходить только на регистрацию брака. Но для этого нужно, чтобы обоих супругов идентифицировали через личный кабинет. В Санкт-Петербурге такая система уже работает. Также есть возможность идентифицировать заявителя при помощи УЭК. И это можно сделать прямо из дома. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.